Омская четверка отметила золотыми победами на чемпионате мира по гиревому спорту в Гамбурге. А мячи внесли 4 золотые медали в копилку российской сборной и установили новые мировые рекорды. Среди юниоров уверенными победами отличились Дмитрий Пугачев в классической эстафете и Виолетта Дианова в рывке. Среди профессионалов главный наставник омских силачей Антон Анасенко в 12-й раз был удостоен титула чемпиона мира, а Эдуард Апенлендер стал лучшим в длинном цикле. Успех глобальный и, в общем-то, естественно, ожидаемый, потому что наша школа гиревого спорта Омской области, ну, пожалуй, одна из лучших в России. И, естественно, те традиции, которые вот созданы были благодаря вот Антону Владимировичу, он сейчас и как бы и действующий спортсмен, естественно, тренер и духовный наставник. На пресс-конференции титулованные спортсмены рассказали, как это приятно преодолевать все препятствия в обмен на результат. Положительные эмоции, что ты смог, ты это сделал, ты прошел через все эти тяжбы тренировок, все это просчеты питания, восстановления. Все, ты это выдержал, ты это сделал, и вот ты чемпион. Успешный тренер и выдающийся спортсмен Антон Анасенко совершенствует свои методики тренировок систематически, а новшества пробует сначала на себе. Возможно, это и есть та малая составляющая часть побед его подопечных. Казалось бы, привычка быть всегда первым может притупить вкус радости побед. Но многократный чемпион мира так не считает. Не могу остановиться на достигнутом, да. Не хочу сказать, что все, это 12-й крайний чемпионат, да, последний, да, ну, посмотрим, в будущем есть также перспективы в развитии, тем более на будущий год также в не менее интересных странах также будет проходить чемпионат мира, он будет проходить в Ирландии, на нас, на сильнейших спортсменов, в том числе меня, смотрит гиревая общественность в лице представителей разных стран. И им также почетно и приятно видеть, когда люди именно с далекого сибирского городка Омск так достойно поднимают гири, и многие уже знают, что есть такой город Омск в Сибири. Омские спортсмены не привыкли останавливаться на достигнутом, поэтому, не успев как следует насладиться чемпионскими титулами, с головой ушли в тренировки. Дмитрию предстоит снова доказывать, что он лучший спортсмен среди юниорского состава на будущий год. Также нужно подтвердить свой титул, звание. Это вдвойне приятно и сложнее, когда ты идешь, когда за твоей спиной есть люди, которым ты равняешься. У Виолетты есть задача выполнить норматив мастера спорта международного класса на будущий год. На это есть и предпосылки, она также справится. Впереди омских силачей большие перспективы и чемпионат области, который стартует 20 декабря.